Запущенный сквер во дворах 165 и 167 домов по Новосадовой просыпается от спячки. С сорной травой расправились безжалостно и бескомпромиссно. Потом принялись за мусор и крупные ветки. На площадку высадился настоящий десант чистоты – активисты общественного совета Парковой. Ходили бабушки и говорили, что 30-40 лет никто не мог этого сделать. То есть все заросло, заросла эта территория, и очень приятно, что сейчас все приводит в порядок. Такой пример оказался заразителен. На звуки музыки и бойкой работы вышли местные жители. Нужно еще приобщать жителей немного к этому. А то пришли вот волонтеры, а мы вроде как тут господа сидим. Это не дело. Сообща, работа пошла и быстрее, и веселее. Даже юные самарцы внесли свой вклад в чистоту сквера. С просьбой благоустроить это место жители обращались в общественный совет микрорайона Парковой. Ее можно превратить даже в парковую зону, для того, чтобы это опять же очередной наказ. В дальнейшем, я надеюсь, мы выйдем с инициативы в администрацию, чтобы можно было здесь установить какие-то беседочки, лавочки, и они могли бы проводить время. Одно доброе дело тянет по ниточке за собой и другие. От благоустройства в отдельно взятом дворе до порядка во всем городе. Люди, которые не просто хотят, но и создают своими собственными силами благополучие и комфорт родного города, формируют команду созидания. Следующим шагом станут выборы депутатов в районный совет 13 сентября. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, «События».